В Саратове ремонт дорог идет на 9 улицах. Напомню, городу в этом году выделили 100 миллионов рублей на реконструкцию дорожного полотна. Работают тут по большей части в вечернее и ночное время, чтобы не мешать автомобилистам. Ремонт дороги на улице Откарская проинспектировал глава Саратова и наша съемочная группа. Вот тут возможность, смотрели, карман сделать 60-метровой длины. Будет машины здесь устанавливаться порядка там 25 машин. Здесь стадион, здесь роддом. Большое протяжение транспорта. Вместе с новым асфальтом на Откарской появятся и парковочные карманы. Их уже обустраивают в районе стадиона «Локомотив». Дополнительные парковочные места – это хорошо, говорит глава Саратова. А вот асфальт на тротуарах уже хуже. При ремонте коммуникаций полотно придется вскрывать. Нужно сделать плиткой, потому что все мы знаем, что под тротуарами находится большое количество коммуникаций. И когда коммуникации нужно расширить, либо сделать ремонт, приходится асфальт скрывать, и потом все это нарушается, и мы видим, у нас тротуары все, в общем-то, в ужасном состоянии находятся. Конечно, нужно заложить плитку, но с учетом того, что у нас такой возможности сегодня нет, потому что плитка, она стоит дороже. Финансовая составляющая – главное в ремонте саратовских дорог. В этом году городские власти запланировали ремонт 9 объектов. Среди них участки улиц Вокзальной, Рабочей, Мясницкой и Шелковичной. Конечно, если принять во внимание общее состояние саратовских дорог, выделенных средств крайне мало. У государства есть приоритеты. Приоритеты, с которыми хотим или не хотим, нужно считаться. Сегодня приоритеты – это перевооружение страны, это Крым, это мост надо строить. То есть куда чисто стратегически нужно направить те деньги, которые сегодня изымаются с региона. Вот и все. Поэтому мы с пониманием к этому относимся, но ждем, что все-таки когда-нибудь ситуация изменится, и значит, налоги в большей степени все-таки будут поступать в региональный бюджет, в местные бюджеты, которые позволят нам все-таки развиваться. Средства стараются расходовать бережно. По результатам аукциона по отбору подрядчика удалось сэкономить 18 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют еще один, 10-й дорожный объект – участок Московского шоссе на въезде в город с Петровского тракта. Елена Петрова, Олег Бирюков, РЕН-ТВ, Саратов.